Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. Приглашаю вас заглянуть в магазин при музее бижутерии, который находится в городе Яблонец над Нисою в Чехии. Все цены указаны в чешских кронах. Текущий курс вы видите на экране. В магазине продаются изделия различных предприятий Чехии. Самое известное среди них – это «Прециоза». Компания «Прециоза» – это чешский производитель изделий из хрусталя. «Прециоза» продолжает славные традиции чешских мастеров. Предприятие выпускает ювелирные камни из кубического циркония, или нам более привычное название – из фианита, а также знаменитый чешский бисер и даже хрустальные люстры. Любуемся великолепными изделиями чешских мастеров. Если что-то хочется рассмотреть поподробнее, ставьте на паузу. И не забудьте подписаться на канал. Интересно узнать ваше мнение о современных работах чешских мастеров. Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!